кто такой медицинский работник? Он лечит больных людей. Медицинский работник помогает людям, делает разные прививки и уколы. Они еще слушают и смотрят в горло. Врачи помогают. У кого что-то болит, носка, голова и сосочка, и нога. Он занимается тем, что лечит людей. Медицинского работника можно узнать по белой форме или по зеленой. У него белая форма, на голове белая шапка с крестиком красным. У врача есть штаны, халат и шапочка. Красным крестом. Зачем врачам нужна машина? Чтобы быстро приехать. Чтобы быстро передвигаться к людям. Чтобы быстрее доехать до работы, чтобы не опаздывать. Скорую помощь можно узнать по мигалкам и по красному крестику. Она такая большая, как газель, и может быть желтая, с красным крестиком побольше, чем на шапочке. Хотел бы ты стать медицинским работником? Я бы хотела стать медицинским работником. Мне нравится помогать людям. Ну, потому что я люблю помогать людям. Потому добрые есть от других людей. Потому что буду лечить людей. Я бы не хотела стать медицинским работником, потому что есть профессия поинтереснее, например, химик. Поздравь всех медицинских работников с праздником. Поздравляю всех работников с праздником. Я желаю, чтобы у них было поменьше работ. Я вас поздравляю. Счастья, здоровья, любви, и чтобы было поменьше работы. Чтобы у них было побольше денег, и чтобы у них было поменьше работы. Желаю им успехов в работе, подарки.